Борьба со строительным беспределом в Одессе. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова совместно с профильной комиссией Горсовета инициировала расширение полномочий управления ГАСКО. На сессии Горсовета депутаты поддержали такое решение, обратились к президенту, парламенту и Кабмину. Если удастся дожать этот вопрос, то чиновники смогут куда более эффективно бороться с горе-застройщиками. Сейчас они даже акт или протокол не могут составить без наличия на месте собственника объекта, а те элементарно скрываются от сотрудников ГАСКО. То есть, если даже все понимают факт незаконных работ, то остановить их юридически очень сложно. Мы задались вопросом, а что нам, ну, чего нам, собственно говоря, не хватает. И мы поняли, что на самом деле нам не хватает полномочий. Для нас очень важная ситуация первая, чтобы законодатель дал нам возможность составлять протоколы без собственника. Для того, чтобы начать процесс демонтажа, судебного процесса. И второй момент, о котором очень много говорила и фракция Украинской морской партии, на самом деле это было программной целью, когда мы шли на выборы, это ограничение, мораторий на строительство, высотное строительство в центре города. Мы просим Кабинет министров и Верховную Раду передать нам полномочия в сфере градостроительной деятельности, что касается класса последствий СС-3, а именно памятников местного значения. Лидер Украинской морской партии, почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов, а также депутаты УМП неоднократно выступали за сохранение и проведение ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры. Добивались выделения денег на сохранение объектов культурного наследия в Одессе, повышение туристической привлекательности и развития города. Ранее Украинская морская партия добилась, чтобы ремонт и реконструкция в центре города проводились только с обязательным сохранением исторического облика зданий.